Приветствую вас, дорогие зрители, на своем канале. Мы продолжаем играть в Transport Fever. Буквально только что включил игру, не успело здесь даже ничего загрузиться. Вот, и давайте продолжать. Продолжаем. Так, что мы делали в прошлой серии? Так, мы, в общем, смотрели, где у нас что, где какие проблемы, где проблемы с производствами. Вот, и как я обещал, в этой серии мы будем здесь делать две станции. Вот, значит так, давайте посмотрим. Что касается, значит, ЖД станций, их будет также две. То есть, я повторяюсь, для тех, кто, может быть, не смотрел прошлую серию, я повторю, почему две станции. У нас вот имеется синяя зона и желтая зона. Вот в синей зоне мы будем привозить вот такие товары. Вторая станция вот такие товары. Вот чтобы не делать кучу сразу, чтобы не делать кучу маршрутов. Вот. Поэтому сейчас мы сделаем как-то здесь немножко по-другому. Примерно напланируем. Так. Сейчас мы дождемся, когда вот это все увезут отсюда. Так, ну давай, разворачивайся. Все. Ну и теперь надо дождаться, когда вот здесь все выгрузят. Поэтому что мы делаем? Мы сейчас здесь немножко перекроем дорогу нашим поездам, чтобы они не смогли сюда пока что приезжать. Вот. Так, ну здесь, конечно, ждать придется довольно-таки долго. Ладно, мы тогда в другом месте сделаем, чтобы пока не сносить вот эту. Так, а здесь мы можем уже отрубить немножко. Кстати, давайте вначале на паузу поставим вот так. Вот, это мы сразу удаляем. И эту дорогу также. Так, интересно, отсюда, я думаю, не должно ничего пропасть. Да, ничего не пропадает. Это хорошо. Так, выравниваем обратно все, что мы здесь натворили. Вот. И где-то у нас вот даже подальше, где-то вот здесь вот проводим дорогу. Так, сейчас, погодите. Сделаем более ровную. Вот. Вот так. Параллельно, нет, перпендикулярно вот этой дороге у нас будет. Так, сейчас мы тоже немножко подровняем. Здесь соединяем с общей. Вот так. Отлично. Дальше. Дальше у нас идут станции. Большие станции, две. Вот. Размещаем их. Значит, погодите. Здесь вот в чем проблема. Здесь проблема такова. Придется все-таки делать вот как. Так. Здесь проблема в том, что если мы поставим две станции и на одной дороге, то они будут соединяться. Поэтому ставим вот сюда вот одну станцию. И сюда же где-то. Так, погодите, мне нужна вот такая однопутная, длинная, высокоскоростная. Вот.
То есть мы видим, да, при соединении у нас соединяются вот эти станции. Чтобы этого не допустить, то есть мы сделаем немножко по-другому. Что если мы сделаем, допустим, вот так вот, к примеру, и соединим это все вот здесь. Вот так. Допустим, да? И если мы добавим еще одну станцию, так это уже получается у нас еще одна дорога, да? Должна быть, по идее. Ну, давайте, давайте примерно вот так вот. Также сделаем. Также сюда и проведем вот сюда одну станцию. Временно. Кстати, давайте запустим, чтобы они освобождали вот это. Так, ну а эта станция у нас, смотрите, также взаимосвязана, да? Смотрите, нет. Да или нет? Да, доходит аж вот до сих пор. Ах, вот это плохо. Это очень плохо, что так получается у нас. А что если мы сделаем вот сюда, выведем дорогу? Смотрите. Вот эта дорога у нас будет на заводской идти. А вот здесь, если мы вот сюда ее вытащим, смотрите, так почему-то у меня она неправильно становится. Да что ж такое, а? Если мы, допустим, вот сюда выведем эту станцию. Так. Где она? Вот. Ого, ничего себе здесь получается у нас. Так, тогда давайте оставим ее также где-то вот здесь, в этом районе. Но уже подведем сюда тогда дорогу. Вот. Так намного лучше будет. И вот как-то вот так. Да что ж такое здесь? А, здесь у нас немножко гора имеется. Вот. И уже сюда мы проводим вот так вот, соединяем. Не могу понять, почему она так криво соединяется. Ладно, оставим. Оставим пока как есть. Вот. И второй вокзал у нас будет вот здесь. Вот, то есть тоже рядом. Смотрите, у нас там получается тогда, видите, немножко здесь с землей не то. Так, а если вот здесь где-то, нет, то же самое. Так, ну ничего страшного, давайте тогда ставить рядом его. Вот как-то вот так вот. И также соединяем это все дорогой. Ну, уже, наверное, вот такой вот соединим. Или вот так вот сделать. Ой, что такое? Вот. Как-то вот так. И эту дорогу тоже. Все. Там у нас ничего ездить не будет. Это так просто для соединения. Все. Теперь давайте здесь немножко подровняем. Всю вот эту поверхность. Потому что у нас здесь получилось, смотрите, как черти что. Да, здесь, конечно, серьезная у нас недостача. Но вроде как выпрямляется. Мы можем видеть. Все отлично. Так, дальше. Что
нам необходимо сделать. Это мы все удаляем, все эти пути. Здесь все замазываем, все наши следы. Так, все. Ну и вот, значит, это у нас коммерческая станция. Она будет снабжать инструменты, хлеб и товары. Значит, сюда мы ведем инструменты. Везем сюда. Сюда же мы везем технику, топливо и стройматериалы. Вот, скорее всего, начнем пока что вот с этой станции. Так, поезд уехал. Это хорошо. Так, давайте удалять. И уже будем прокладывать все заново. Вот где-то вот отсюда начнем. Так. Так, отлично. Вот, все. Ничего, как будто ничего и не было. Так, давайте теперь посмотрим. У нас поступает поезд вот с этой станции. То есть это у нас идет... стройматериалы, да, получается. Поэтому ведем их как-то вот так вот. Вот здесь у нас, скорее всего, два пути будут. Так, здесь даже три пути нужно. Первый у нас будет соединяться, скажем, ну, центральный, допустим, пусть будет у нас вот этот, с строительными материалами будет ехать. Так, сразу же примерно, ага, вот, нормально, давайте соглашаемся. Сразу же подравниваем, чтобы не забывать и чтобы не оставлять. Так, это у нас как бы центральный. Дальше у нас топливо. Топливо у нас поступает вот с этого маршрута. Точнее, с этой стороны. Надо еще не забывать, что у нас и хлеб. А хлеб у нас вот с этой стороны будет поступать. Вот. Так. И для того, чтобы здесь ничего не напушить, надо это все продумать. Так, стройматериалы есть. Дальше у нас отсюда поступает этот, так, здесь у нас будет стрелка. Так, ну где-то вот так вот, до 100 километров. Вот так же ведем вдоль вот этого пути. Так. Ведем вдоль пути и уже вот, начиная с моста, уже ведем вот в эту сторону. Извиняюсь. Так, вот так вот, смотрите. Красиво у нас получается, ровненько. Так. Вот как-то с поездами работать довольно-таки интереснее, чем вот пускать грузовой транспорт. Так, сразу же ставим сигналы. Ну, во-первых, первый сигнал — это с выхода
с выхода самой станции, вот перед стрелкой. Так, дальше с этой стороны, также перед въездом. Это вот здесь вот. И вот здесь. Вот. То есть, что мы имеем? Имеем центральный, это у нас стройматериалы. Так, давайте-ка настроим, что у нас получается. Поезд и вот. Вот это, наверное, да? Нет, это не то. Это... Так, погодите, а где у нас стройматериалы? Так, номер два. Это у нас вот этот, а первый тогда у нас вот в первый город, да, получается. Удалить, добавить станцию. Так, где наша станция? Вот. Добавить сюда. Да? Или нет? Вроде да. А у нас здесь еще, смотрите, вот такой вот поезд. Еще старого типа. Кстати, а где поезд? Вот он. А давайте мы его загоним в депо. Что, в депо нельзя? А, у нас нету его. Вот в чем проблема. Давайте сделаем. В чем проблема? Так. Так, а что если соединить как-то вот так вот? Вот сюда. Так, слишком... Слишком что там? Непонятно. Не успел прочитать. Так. И сюда она не хочет, да? А нет, хочет, смотрите. Вот. Сюда также временно сигнал. Ну, как временно? Сюда один. И теперь можно уже его загнать в депо. Так, ты будешь ехать? Будешь. Отлично. Сейчас мы тебе поменяем. Поменяем этого тягача, который у нас передний локомотив. Такс. Дальше. Эта ветка сделана. Это с техникой. Кстати, техника. Где наша техника? Техника, инструменты. Удалить, добавить. Ну, это... Ёлки-палки, это у нас тогда... Смотрите, в чем проблема. Техника, инструменты с одной фабрики поступают. А их придется разделять здесь на две станции. Вот в чем беда. Так, ты уже, наверное... А нет, ты не загрузился. Давайте пока... Тебя мы остановим временно. Так, куда я смотрю? Не туда. Вот здесь нам нужно. Так, этот заехал. Давайте посмотрим. Да, он заехал. Продаем. Так. И, наверное, этим тоже продаем. И купим заново новый поезд. Как обычно, цвет у нас под ресурс, который мы будем возить. Дальше вагоны. И здесь стройматериалы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Так... Все. Так, отлично. Все, теперь он сейчас будет загружаться и возить нам сюда
материалы, но возить он пока не будет, потому что нам нужно вот здесь, вот город, так, вот он наш маршрут Вилючинск. Давайте назовем не так. Город Вилючинск. И это как ее, не коммерция, а индустриальная, да, получается, или какая у нас? А, промышленная, вот. Вилючинск. В скобках написать или как? Ну, промышленная не поместится у нас, да? Получается. Да. Давайте тогда завод. Заводская, что ли? Заводская. Вот. Так, и первую станцию мы удаляем. Вторую начнем заново. Раз и два. Вот. Здесь, если доступно, все правильно. Так, весь маршрут, все машины, которые здесь, отправляем на продажу. А сюда мы заказываем новый транспорт. Вот. Могу понять, почему невозможно строительство, если оно возможно. Так, мы здесь покупаем. Давайте купим вот эти все-таки. Так, цвет. Цвет пусть будет белый. Скорость 5. Здесь тоже скорость 5. Ладно. Раз, два, три, четыре, пять штук. Пять штук на линию Белючинск-Заводская. Вот. Даже желтую нужно сделать. Желтый цвет. Вот. Вот так. Ну, совсем другое дело. Такс. С этим мы решили проблему. Так, а ты, я смотрю, нет пути электрический. Где нет пути? Не могу понять. А, видимо, где-то нету светофора. Сейчас мы сделаем. Так. Да нет, вроде бы все есть. Так. Сюда один. И все. Так, а тебя мы разворачиваем. И в чем дело? Нет пути электрический. А где нету? В смысле нету? Погодите. Правильно, да, вот этот нужно. Во, все. А я не понял, в чем дело просто. Так. Эй, а ты же не загрузился? Давай загружайся. Вот, а потом уже надо ехать. Так, но здесь у нас нету пока что материалов для нашего маршрута. Вот это меня немножко раздражает. Вот эта механика игры. Так, здесь у нас вроде запущено все. Это можно удалять.
даже дальше с этого маршрута мы также это все продаем и удаляем. Техника, а вот техника, кстати, нет, техника тоже мы продаем и удаляем. Вот, и можно удалить и эту станцию. Вот так, здесь у нас будет топливо. Еще раз давайте посмотрим. Так, стройматериалы мы сделали, дальше нужно сделать технику и топливо. Топливо у нас поступает вот с этого пути. Как мы это будем делать? Значит, нам нужно тогда что нам нужно? Нам надо как-то соединять. Здесь получается эти пути, потому что если у нас здесь будут три пути, так, здесь надо немножко подумать, как это все будет, потому что, допустим, приезжает со стройматериалами на станцию, и вдруг приезжает сразу второй ждет, этот уезжает, второй заезжает. Вот, тогда надо и третьего сюда добавлять. Получается так, да? А стрелку мы куда поставим? Стрелку мы... Да погодите вы. Со своей заменой. Придется тогда третий путь городить. Вот в чем проблема. Вот она в чем проблема. Угу. Так, а если мы... как же сделать? А если сделать объездной путь какой-то? Да, честно говоря, не знаю, без понятия. Здесь у нас эти светофоры. Так, вот этот светофор, он пока здесь не нужен. Так, а вторую стрелку мы делаем где-то вот здесь, да, я так понимаю. Так, первая у нас была здесь. Вторая. Чуть-чуть подлиннее, да? Так, вроде бы так. Ну, как-то далековато. Или нет? Нормально. Вот. Здесь еще играет роль вот эти светофоры. Потому как допустим, если здесь один светофор и вот здесь еще один, если поезд проехал первый светофор, он загорелся красным, как он проедет второй светофор, здесь уже зеленый. Вот, если он там застрянет на станции, то этот поезд поедет и остановится на втором светофоре и закроет дорогу тому поезду, и тот поезд не сможет выйти. Это равноценно вот этой ситуации. Поезд приедет сюда, и он выйти не сможет, потому что здесь горит зеленый тому поезду. Так, давайте я нажму на паузу, и это потом мы уже когда продумаю, я включу видео. Кстати, вот только что не прошло и минуты, я заметил, едет поезд. И давайте посмотрим, как у нас здесь это все сработает.
Так. Во, отлично, смотрите. И сразу же фуры подъехали, загрузились. Так, отлично. Все, уже все работает как положено. Но я думаю, транспорта мало, надо будет сюда добавить немножко транспорта. Вот. Так, ладно, эта ветка хорошо, мы с ней закончили, она уже циркулирует. Так что у нас здесь 89. Итак, продолжаем. Прошло уже, наверное, минут 20 реального времени. Я тут все смотрел, как лучше сделать. Вот, и все-таки пришел вот к такому выводу. Значит так, смотрите, у нас с трех линий будет все соединяться в одну. Давайте вначале расставим светофоры. Так, вот у нас центральная линия. Так, дальше идет вот это и вот это вот. Вот они, три светофора, где у нас поезда будут ожидать освобождения вот с этих станций. Так, дальше. Дальше мы как едем? Едем мы. Так, погодите. Дальше мы едем на станцию. И потом обратно. И только вот обратно. Только обратно. У нас получается вот здесь вот. Как только поезд проехал, уже заезжает следующий. Так, ну что ж, давайте посмотрим. Для чего я, значит, собственно, сделал в одну линию, потом опять из одной в двух, в две линии. Вот, а потому что у нас, еще раз повторяю, один завод производит и технику, и, смотрите, сколько, и эти инструменты. А нам нужно разделить. Сюда мы будем поставлять технику, а вот сюда инструменты. Это одна проблема. Вторая проблема. Ну как, одну проблему мы уже сделали. Вторая проблема — это то, что, значит, нам тогда надо будет вести два поезда, потому что у нас, как вы знаете, поезд везет инструменты и технику одним составом. То есть 10, кажется, вагонов таких и 10 таких. Давайте посмотрим. Вот. Вот он наш состав. То есть половина инструменты, половина технику. Вот, поэтому... Поэтому здесь надо будет что-то придумать. Придумать, а по-другому я не знаю. Вторую линию я вести не хочу, потому что и так уже много всего. Так вот, давайте посмотрим. Вот так вот, значит, у нас получается. Кстати, а где топливо? Топливо. Топливный состав. Так, а где он? Я же его... Так, это у нас на разгрузку. Ага, топливный здесь. Он загружается. Отлично. Так. Что же сделать? Давайте тогда его отправим на пробу. Посмотрим, как он сработает. А он, наверное, не успеет. Пока он приедет, здесь уже, в принципе, все разгрузилось. Ничего себе, сколько. 500 штук. Это очень много. Так. Здесь у нас вот так же получается два светофора. Но эти, по сути, они не обязательны. Вот. Главное, вот эти
конечно, вот эти три, которые будут ожидать, вот как поезд только уедет, то есть как освободится путь, следующий поезд может заезжать на разгрузку. Вот такая вот система у нас. Так, давайте посмотрим, что у нас еще. И пока что, я думаю, может, мы будем... Вот что же делать с этими инструментами. Я вот думаю, как разделять поездам. Так, либо сделать здесь какую-то такую перемычку, еще одну, для временной стоянки, как бы, да. Допустим, поезд заехал, ждет, пока тот уедет. Да, либо только вот такой вот вариант, разве что. Так, это у нас что? Ага, это у нас камень. Угу. Так, а топливо так и не при... А, вот он, оно только сейчас едет. И смотрите, как раз разминулись, и этому поезду не пришлось даже останавливаться. Так, и вот смотрите, как раз у нас едет опять же строительный состав. Давайте посмотрим, как это все у нас будет работать. И будет ли вообще. По идее должно. Вот. Так, здесь у нас и так мало вагонов, да еще и наполовину мы их, в принципе, заполнили. Так, этот все заехал. Здесь у нас красный для всех трех путей. Так, правильно, этот остановился. И он поедет только тогда, когда вот здесь у нас освободится место. Так, вот и топливо нам привезли. Отлично. Так, все, этот начинает движение. Довольно-таки быстро скорость набирает, ну, учитывая еще то, что у нас здесь и спуск имеется. Вот. Ну и как только у нас освободился путь, поезд вот этот сразу же, смотрите, продолжает движение. Вот такая вот нехитрая система. Точнее, хитрая, да. Но, конечно же, приходится довольно-таки долго ожидать вот это все. Вот если бы не эти, не пришлось бы раздваивать вот эти станции, то вот эта вот сходная, да, была бы где-то поближе. И таким образом сразу бы поезд, как этот уехал, сразу бы этот бы заехал. А нам, в принципе... Если по сути взять, то нам вот в эту правую часть у нас получается, и с этой идет топливо, с этой идет стройматериалы, могли бы сразу идти вот на эту станцию. А у нас еще и вот с этой получается. А мы можем вот как сделать, смотрите, сделать стрелку сюда. Провести одну линию на ожидание поставить, а вторую вести вот сюда
и вот на эту станцию. Слушайте, хорошая идея. Наверное, так и сделаем. И тогда придется менять вот это все местами. Вот разве что как-то вот даже не знаю как. Потому что эта станция у нас относится к коммерческой. И им ей удобно вот сюда сразу заезжать. Так, ну посмотрим. Может быть. Так, строительная. Это у нас. Но нам нужно сюда. Я просто не хочу соединять эти дороги. А то у нас получится здесь бардак. Половина вот этих ресурсов будут здесь. И так далее. В общем, я подумаю еще за кадром, как здесь можно сделать. Вы только посмотрите на эту, на это скопление ресурсов. Сколько здесь? Ничего себе. Вот это вот производство. Смотрите, сколько, 3200. Обалдеть. Ладно, на этом все. Спасибо за всем за просмотр. И уже увидимся в следующих сериях. И всем удачи, и всем пока.